Сотрудниками УНК МВД России по Карачаево-Черкесской республике задержан мужчина, подозреваемый в распространении наркотических средств. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в городе Черкесске во время закладки наркотических средств в тайники задержан 45-летний местный житель. В ходе личного досмотра у него обнаружены и изъяты 15 полимерных пакетов с порошкообразным веществом белого цвета, которые были спрятаны в скорлупу грецких орехов и обертки от конфет. Кроме того, задержанный указал места тайников, где находились приготовленные им к продаже наркотики. Согласно справке экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике, изъятое вещество является одним из разновидностей синтетического наркотического средства. Следственными органами было возбуждено уголовное дело. В ходе обыска по месту жительства фигуранта изъято 32 пакетика с порошкообразным веществом белого цвета, которое направлено на экспертизу. Судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.